Всем привет, дорогие друзья, с вами город AliExpress и очередная посылочка. Она больше, конечно, подойдет для людей к дачному сезону, но мы еще живем в Украине, поэтому у нас проблемы с частым отключением света, поэтому, думаю, лампочка эта будет совсем универсальная. Помимо того, что это аварийная лампа, которая внутри себя содержит аккумулятор, она еще у нас имеет защиту IP67. Она обладает у нас со всех... Здоровая зараза, я думал меньше. Нестандартный цоколь. IP67, то есть это полностью стойкость к дождю. В общем, сейчас я вам покажу. Сейчас все LED-панели открою. Не знаю... Нету, наверное, нигде здесь индикатора заряда. Возможно, она еще и заряжена. Все приходит. LED-панели, все наши три LED-панели у нас. И вот такая вот штука. То есть мы накручиваем E27 плафончик. Закорачиваем. Ага. И все нахер отломалось. Короче, наша конструкция отломалась. Ну это ж вообще капец. Я не сильно, кстати, ребят, закрутил, честное слово. Все уже повылетало. Ну, в общем, вот так вот мы пальцами задействуем, и она горит. Это у нас на 12 ватт, 6500 кельвинов. А, IP65, я извиняюсь. Но от дождя все-таки защита есть. Работает с... напряжением 85-265 вольт, 50-60 герц. Вот такая вот. Обидно, блин, за кнопку. Сейчас буду я ее чинить. В общем, ссылочка в описании. Ну, лампа, блин, реально здоровая. В общем, вот такие вот дела. Всем большое спасибо за просмотр. Ссылка в описании. Всем пока.